уважаемые камешковцы и гости города! Сегодня на нашем стадионе состоится открытие футбольного сезона 2019 года. И в рамках первого тура чемпионата Владимирской области по футболу на нашем поле встречаются футбольные клубы «Ютекс» город Камешково и клуб Владимирского национального института защиты животных город Владимир. Аплодисменты! Право приветственного слова предоставляется главе администрации Камешковского района Анатолию Захаровичу Курганскому. Позвольте вас поприветствовать на Камешковской земле и позвольте от себя, от имени администрации поздравить всех с началом футбольного сезона. Конечно же, спортсменов, тренерский состав и наших болельщиков. Всех с праздником и удачной игры! Спасибо большое! Право приветственного слова предоставляется заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ютекс.ру» Ивану Сергеевичу Зайцеву. Ребята, всех приветствую! Конечно, здорово, что традиционно нам дают право участвовать в этом мероприятии, представлять вместе с нашей командой наш район. Я желаю нашей команде, в первую очередь, конечно, удачи в этом сезоне. И мы вас не сомневаемся, мы за вас болеем. Вот. И, конечно, будем популяризировать тему болельщиков, потому что не так их много. Но это только начало. Также хочу сказать спасибо за то, что команда приняла участие сегодня в нашем большом мероприятии по очистке пруда. Ну, это здорово, наши самые маленькие ребята пришли с родителями, это тоже очень классно. Это говорит о том, что спорт, и потом за ним идут и экология, и здоровый образ жизни, и позитивные люди. И вот таких людей мы будем воспитывать и выращивать в нашем прекрасном районе. Вот, здоровая семья и все такое. Я даже курить задумался бросить. Вот. И, конечно, я не мог прийти без подарков. Вот. Сегодня мы хотим ребятам сделать маленький сюрприз здесь для всех наших команд «Ютекс Камешково» сертификаты на пиццерию, которая находится в нашем городе. Вот, так что пойдете, порадуйте себя и близких вкусной пиццей. А также мы решили сделать такой неурочный подарок. Мы установим флагштоги для наших, значит, знамен. Вот. И для лучших игроков сегодняшнего матча я тоже припас некоторые подарочки, так что играйте усердно и будете вознаграждены. Спасибо вам, ребята, за то, что занимаетесь спортом. Привет. Итак, право первого удара по мячу предоставляется Ивану Сергеевичу Зайцеву и юному воспитаннику футбольного клуба «Ютекс» Кириллу Шабаеву. Команды на поле. Я объявляю состав. Футбольный клуб «Ютекс» играют Егор Сафронов, Артем Соломонов, Андрей Зинович, Дмитрий Зинович, Игорь Пресекарь, Александр Молчанов, Алексей Ебаров, Денис Лобанов, Иван Владышев, Николай Тележенко, Иван Фомичев, Влад Скибицкий, Алексей Сливко, Михаил Главчев, Сергей Гришин и Никита Рянин. За команду Владимирского национального института защиты животных играют Владимир Гусев, Михаил Корнилов, Михаил Чечеткин, Александр Туршаков, Максим Быков, Александр Дворников, Дмитрий Шастов, Алексей Стеблецов, Сергей Склизков, Алексей Кузьмин, Максим Митин, Петр Костин, Денис Голуб, Валерий Малышев, Максим Васеха, Сергей Ханюков, Руслан Кухов, Максим Степанюк. Судья соревнований Денис Исаев. Помощники судьи Андрей Суров и Дмитрий Минин. Инспектор Андрей Викторович Кузанов. Удачи, ребята!
Я начинал.